Привет. У меня нет возможности отвечать на твои вопросы лично, так что я просто записал для тебя несколько сообщений. На собеседовании я подробно рассказал, что наша корпорация создает роботов для помощи людям. На этапе сборки мы специально урезаем их вычислительную мощность. Это было решение инженеров. Они говорят, что в голову аниматроников вшит целый искусственный интеллект. И если его не ограничить, он может сойти с ума и бла-бла-бла. Не бери это в голову, я сам не до конца разобрался. Но в твоем офисе находятся, так сказать, полноценные модели. Они уже старые, так что мы оставили их только ради тестов. Сейчас они стоят на зарядке, но у нас есть некоторые проблемы с электроэнергией. После одного инцидента правительство города начало нас в ней ограничивать. Так что трать ее только при необходимости. Должно быть, ты заметил эти толстые стальные двери. Мы хотели научить аниматроников как-нибудь справляться с подобными преградами. Мое начальство решило, что если робот сможет выламывать двери, конечно, ради благих целей, то это принесет им огромные деньги. На данный момент мы только начали их обучать, и они, к сожалению, пока не могут такое открыть. Еще аниматроники могут начать ходить по офису. По сути, ходьбой ее назвать нельзя, скорее это процесс обучения ходьбе. Но если они придут к тебе, посоветую не вступать с ними в контакт. Эти модели создавались для замены людей в разных трудных ситуациях, а не для общения. И я понятия не имею, как они себя поведут. Ладно, экономь электричество, и если к тебе придут аниматроники, закрой дверь. Вроде бы я рассказал все, что надо, так что спокойной ночи.